В Алекминске началась подготовка к проведению юбилейных игр «Манчары». И несмотря на то, что последние года были не слишком удачными для «Улуса», в этот раз спортсмены намерены взять реванш. Подробнее о том, как проходит подготовительная работа, расскажет Елена Фас. До юбилейных игр «Манчары» осталось совсем немного времени. Учитывая же, что с каждым годом повышается качество и статус и спортсменов, и самих мероприятий, готовиться надо очень серьезно. Определены, скажем так, основные направления, но еще будет работать организационная комиссия районная, которая будет постоянно прослеживать весь ход подготовки. Надо честно сказать, что мы в этих играх никогда не блистали. Алекминский район, да, последние, скажем так, десятилетия, да. Поэтому, конечно, в первую очередь, самое главное, организоваться. Соревнования пройдут по 11 видам спорта. На какие виды попадут алекминские спортсмены, пока говорить рано. Настроены на все. Игры «Дети Азии» доказали, при серьезной работе наши ребята имеют реальные шансы полноценно представить район. У нас есть перспективные ребята. И вот игры «Манчары» – это Олимпиада республики, получается, и мы будем достойно защищать честь района. Большая часть мероприятий по видам спорта уже хорошо отработана, но этот год может открыть новые перспективы и направления. Главное же – будущие участники готовы к испытаниям. Елена Фаст, Сергей Лифу, НВК Саха, Алекминск.